Всем привет! Сегодня в распаковке садовые ножницы Hammer SR7.2. Откроем коробочку, посмотрим комплектацию, расскажем про технические характеристики и принцип работы. И в конце объявим розыгрыш на эти ножницы. Смотрите ролик до конца, это распаковка. Поехали! Инструмент имеет встроенный литий-ион аккумулятор на 7,2 вольта. Емкость аккумулятора 1,5 ампер-часа. Его полный заряд происходит за 3-5 часов. Ножницы оснащаются лезвиями для срезания веток с шириной режущей поверхности 120 мм и лезвием для травы с шириной обработки 90 мм. Вес коробки со всеми комплектующими составляет 1 кг. Гарантия на инструмент 5 лет. Чтобы включить инструмент, удерживайте клавишу блокировки случайного включения. Затем нажмите клавишу включателя и удерживайте ее в этом положении. После запуска двигателя отпустите клавишу блокировки. Для остановки двигателя отпустите клавишу включения и дождитесь полной остановки режущего лезвия. При смене режущих лезвий надевайте защитные перчатки. При монтаже, демонтаже не касайтесь клавиш выключателя. Не беритесь за лезвия с боковых сторон, с которых расположены их режущие грани. Для удаления мусора используйте соответствующие инструменты, например, кисть или деревянные палочки. Следите за тем, чтобы режущие элементы установленного лезвия были заточены и смазаны. Для обеспечения безопасности работы вашего инструмента регулярно проверяйте затяжку гаек крепления лезвия. После окончания работ проверьте инструмент на предмет повреждений, почистите и уберите его в место, недоступное для детей. Электрические садовые ножницы Hammer SR7.2 станут незаменимым помощником для всех садоводов и владельцев загородных участков. Подстричь газон, облагородить кустарники и деревья в преддверии дачного сезона – это отличный выбор. Приобрести данный инструмент можно по ссылке в описании к видео или выиграть в нашем конкурсе. Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо подписаться на нашу группу ВКонтакте, поставить лайк и сделать репост этой записи. И уже через неделю мы узнаем имя счастливого обладателя этих ножниц. А я на этом с вами прощаюсь. Следите за новостями, участвуйте в конкурсах. Это была распаковка. Пока!